За 18 лет Запад с новыми технологиями не пришел ни в Россию, ни в Украину. Нет ни одного примера. Экономика объединяет людей и страны в том числе. А когда мы на первый план вводим политику, то, конечно, от политики мы получаем то, что сегодня имеем. Выходить-то с этой ситуации надо вместе. В одиночку Россия с такой задачей не справится. У нас тоже с вами есть колоссальный опыт, колоссальные наработки. У нас есть прекрасные академии наук. Так почему же нам бы не приложить руки и голову к этим проблемам?